К акции «Лес Победы», которую четвертый год проводит под эгидой международного проекта «Сад памяти», присоединились жители со всего округа. В поселке Красково главной площадкой стал сквер на улице Карла Маркса. Этот мемориальный комплекс открыли 9 лет назад. Рядом с памятником скорбящему солдату – мраморные плиты с именами красковчан, погибших на фронтах Великой Отечественной. О героических подвигах советских бойцов свидетельствуют дивизионная и противотанковая пушки. Одна из них участвовала в Сталинградской битве. Несколько лет назад жители высадили в сквере сиреневую аллею, а сегодня – 10 рябин. Я сажаю это дерево в честь моего прадедушки, который воевал в Великой Отечественной, чтобы память о нем жила вечно. Это доброе дело, и я рада это сделать. Участвую в этой акции в первый раз. К эколого-патриотической акции присоединился председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Посадку деревьев посвящаем нашим героям, кто отстоял свободу, независимость страны. К сожалению, кто-то погиб во время войны, многие не дожили до сегодняшнего дня, потому что, понятно, время идет. История страны состоит из истории каждой семьи, поэтому я не исключение. Мои близкие воевали, погибло два моих родных дяди, погибли один в 41-м, другой в 42-м году. Из тысячи ушедших на фронт красковчан только половина вернулась домой. Сегодня в поселке проживают 5 фронтовиков. Самый старший из них – Просковья Ивановой, 102 года. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.